Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ольга Николаевна. Мы учимся писать буквы, слоги, слова. Это наше третье занятие. Отступите от предыдущей работы две строки. В третьей свободной строчке мы будем писать буквы, заглавные и строчные. Первая буква, которую мы напишем, буква А. Пишем букву А, заглавную и строчную. Следующая буква, буква Т. Т заглавная и Т строчная. Пишем букву Т. Буква И. Пишем букву И. Буква К. Пишем букву К. Отдыхаем. На следующей строчке выполняем следующее задание. Записываем под диктовку слоги. Первый слог – ТУ. ТУ. Пишем слог ТУ. НЫ. НЫ. Пишем слог НЫ. АК. АК. Пишем слог АК. СО. СО. Пишем слог СО. ИН. ИН. Пишем слог ИН. Отдыхаем. Выполняем третье задание. Будем писать под диктовку слова. Первое слово – ток. Ток. Пишем слово «ток». Нитка. Нитка. В этом слове два слога. Записываем его по слогам. Нитка. Пишем. Киоск. Киоск. В этом слове два слога. Киоск. Записываем это слово.
Киоск. И еще одно слово. Инна. Инна – это имя девочки. Мы будем писать это слово с заглавной буквы по слогам. Инна. Пишем. Вы выполнили все задания, которые я приготовила для вас. Проверяем работу.